Всем привет! Я рада, что вы вновь заглянули на мой канал. Вот под этим названием сегодня у меня подарочки для моего любимого сына, старшего. У меня оба сына любимые, но тут старший любимый и младший любимый. Самое интересное, что раньше мы дарили, вот последние особенно годы, мы дарили им деньги. На каждый день рождения мы дарили деньги. А ну сейчас у них денег побольше, чем у нас. Поэтому лучше подарить какую-то мелочевку, на которую никогда не хватает денег и времени. Носим, что попало, ходим, чем попало, и работаем, на чем попало. Я сейчас это все распакую, но сначала хотела показать в коробке. Я ему купила гриль. Гриль он давно уже просил, еще на Новый год, но я ему на Новый год взяла. Это тестомес, чтобы он и хлебушек пек, но больше, чтобы он замешивал теста. Хочу оговориться, что у меня старший сын очень любит готовить, и в его семье готовит именно он, не жена, а он. Нет, жена тоже готовит по желанию, по возможности, но он любит это делать, и поэтому он это готовит. Вот. И он еще тогда сказал, гриль, хочу, говорит, гриль. Ну, я это не придала значения, говорю, это баловство, я тебе лучше хлебопечку подарю. Но на день рождения решила, думаю, нет, надо все-таки подарить ему гриль. Вот, опять купила в магазине Redman. У меня уже мультиварка Redman, сковорода Redman. И здесь же купила и гриль. Это надо уже просить у них за рекламу, чтобы за рекламу мне платили. Они мне ничего не платят, я покупаю на свои деньги. Вот. И здесь же Василек. Ну, Василек нам присылает на обзоры, нас всех радует. Я рада этому интернет-магазину. Очень-очень-очень рада. Он нас одел с ног до головы и еще много лет будет одевать. Дай Бог ему процветания. И пусть он приумножается, пусть больше у него будет покупателей. Сейчас я вам открою, и гриль открою, и вещи эти открою, и поближе покажу. Так, распаковала я вещи от Василька, а Redman не стал распаковывать. Я посмотрела, это очень сложно. Там все так тщательно упаковано, думаю, я обратно ничего не затолкаю. Поэтому покажу просто так в коробке, думаю, все равно я готовить на ней не буду. Ничего я вам такого показывать не буду. Вот единственное, вот тут вот сбоку, тут различные, что можно приготовить. 2, 3, 4, 16 вот блюд показано. Вот Рома очень мечтает, чтобы прямо вот на ходу, если гости, готовить. И чтобы каждый даже мог сам себе пожарить. А так вообще здесь есть книга с рецептами. Ну и свое тоже можно делать, естественно. Вот, поэтому я не стала распаковывать. Думаю, уж очень красиво там все запаковано. Оставим это так. Так, с одеждой тоже. Он у нас, парень тоже крупненький, и мы тут все крупненькие, да, он единственный выше нас всех. Мои мужчины по 1,70 м, а он 1,80 м. Но, естественно, Рома на один размер покрупнее. Не знаю, угадал или нет, я вот так ему покупать не умею. Я в магазине вот так вот раздвину и посмотрю. Миша я уже знаю, если где-то не угадала, Ильгиз носит, если Ильгиз не угадала, Миша будет носить. А с Ромой проблематично, ну ладно. Так, домашние шорты. Домашние шорты вот с такой футболкой. Ну, с шортами дело ясное, тут никак и нельзя ошибиться, все будет нормально. Теперь домашний костюм. Вот такая футболочка. И вот такие штанишки. Легкие такие. Вот. Он никогда такое не покупал, никогда не носил. И я решила ему купить. Ну вот не знаю, как будет в длину. Ну, в крайнем случае, это же домашнее. Подвернет, как шортами. Или обрезать можно. В ширину-то, конечно, он войдет. А вот тут-то
Больше на 1.70 метра, наверное. Хотя я очень-очень тщательно все выбирала, но трудно выбрать такой размер и рост. Так, заказала носки. Ну, куда без носков мужчина, да? Куда? Вот такие носки. Вот тут вот обычные, простые носки, черенькие. А вот эти носки необычного цвета, такие, в клеточку. Мне что-то они очень понравились, но опять же смотрю, подойдут ли они. Но опять с другой стороны, эти все, она вся синтетика, она очень хорошо тянется. Думаю, что налезут. Налезут. Вот тут клеточка темненькая, вот тут светлая. Очень мне понравились эти носочки. Трусы. Неизменные трусы. Вот эти обычные. Обычные. Качество, конечно, сейчас у них просто замечательно. Они такие вот, такие лапочки. Лапочки. А посмотрите, какая расцветка интересная. Джинсики на попе. Джинсики. Эти потемнее, эти посветлее. Придумают же. Так. Вот такая толстовочка. С капюшоном. Тоже не знаю, подойдет, не подойдет размер. Но я думаю, что подойдет она. Крупненькая такая. Так, вот такие штаны. Вот эти что-то мне совсем показались коротковатые. Задница-то залезет. Но вот тут размер. Не знаю. Не знаю. А так, конечно, штаны хорошие. Я такие Гизу покупала, и Мишки покупала. Они носят с удовольствием. Ну вот сейчас и Роме, ну может быть. Но длиннее не было. Вот, эти, вот этот только размер по длине, по росту. И ряд летних футболок. Футболки нужны всегда. Футболки подойдут. И тут я уже, я думаю, что будут хороши. Вот покажу расцветочки. Футболок много не бывает, можно еще больше заказывать. Ну все, все показала, рассказала. День рождения у сына 5 мая, поэтому заранее поздравляю его и вручаю подарочки. Спасибо, что были со мной, посмотрели меня, послушали. Всем добра и здоровья, всем пока-пока и до новых встреч.